В эти минуты в Театре оперы и балета открывается юбилейный 60-й сезон. Цикл концертов, объединенных в проект «Вечер в опере», начинается с русской оперы. Впервые в Чувашии звучат фрагменты из «Руслана и Людмилы» Михаила Глинки, а также из произведений Петра Чайковского. Главную партию Людмилы исполняет заслуженная артистка Чувашии Татьяна Проченкова. А в роли Руслана – лауреат международных конкурсов Максим Корсаков.